Так, еще одна машина, значит, это BMW 330-я кабриолет 2005 года. Вот, она ни разу не была не битая, чистый Carfax у нее. Это, так, кабриолет сказал, что еще? Популярная далеко. Значит, популярная очень модель и цена 13 500. 13 500, правильно? Да. Так, сейчас я даже продемонстрирую, как открывается. Нет, Саша, кашет такой. Ну, не твердый. Опусти просто. Ты что, скажешь, да? Я говорю, что работники автосалона сказали, что можно по ней еще торговаться, в принципе. Так что тоже, опять же, отправка в вашу страну. Без проблем, через месяц машина будет у вас дома стоять в гараже или на улице. Все, закрываю назад.